Погода сегодня прекраснейшая. Снег сыпет. Прям обильно-обильно, крупный-крупный. Погода прям как новогодняя. И мы с вами сделаем разбор песни «Снег кружится». Тем более у меня ее попросила этот разбор сделать Елизавета. Вот мы эту песенку и разберем с вами. На улице я уж не буду гармонь мочить. Но мокнет снег мокрый. А в доме мы с вами разберем. Все, вперед за разбор. Снег кружится, летает, летает. И поземкою кружа. Заметает зима, заметает все, что было до тебя. Слова с детства запоминающиеся. Ее даже учить слов не пришлось. Сразу же вспомнилось. Ну, с музыкой маленькой пришлось поработать. Здесь специально для Елизаветы делаю разбор. Где-то так было. Сейчас подытожу еще аккорды маленько, где-то ошибочку я сделал. Ну, и разберем правую левую сторону. Отличаться и скорость от оригинала, поэтому прослушайте музыку, то есть вам сейчас макет циферками дан будет, а относительно него уже темп здесь подкорректируйте. И маленько покрасивее, чтобы была мелодия, можно маленько кое-какие нюансы добавить. Вот мы играем просто бас-аккорд. А
можно маленько с выпендрежем сыграть. Но это не обязательно правильно и взять на вооружение. Ну, как бы какие-то нюансы вы вставляете, украшаете музыку по-другому звучит. Затяжка. То есть, видите, уже по-другому она как бы это. Ну, на ваше усмотрение, вернее, факт, что это правильно, ну, можно применить. И в припеве. Вальсово добавили, и уже более такая музыка поинтереснее становится. Ну вот, на этом уроке добавка к уроку, вернее, заканчивается к разбору. Ладно, успехов вам в разборе. Играйте, дерзайте, разбирайтесь. И пойте прекрасные произведения. Очень старые, правда, они, но они до сих пор на устах народа. Завершение. Такой получился разбор. Успехов вам!